Этот чай покажет, что такое настоящая дикость. Гушу де Яшен Хунча. Дикорастущий чай из провинции Юннань. Сырье собрано с крупнолистового дикорастущего древнего дерева. Мощнейший аромат заполнит всю комнату. На первых проливах он сладкий, медовый, слегка вяжущий от вкуса ягод и фруктов. Затем переходит древесные ноты с пикантной перчинкой и зеленой оливой. На послевкусии все это закрывается листом черной смородины. Чай из дикого леса, который проводит в тебе самые дикие чувства.